Практически каждый водитель в Якутии возит с собой в багажнике, как вы думаете, что? Наташу. Наташа – это такой термочехол, портативный гараж, который держит тепло при низких температурах. Гаражей на всех не хватает, само собой, в городе, поэтому приходится пользоваться такими вот гаражами. Либо вообще никогда не глушить машину зимой. Если вы заглушите машину в минус 50, то можно забыть про нее до весны.